Доброй ночи, уважаемые Петровичи и Петровны, или вечер, переходящий в ночь. Дело в том, что в ноябре этого года Петровичу клубу исполнилось 15 лет. Для тех, кто еще занят едой, обратите внимание на цифру. Клубу Петрович 15 лет. Слава, слава. Эй, вы, Петровичу 15 лет. И как результат, через год после его открытия появились танцы. Танцы в Петровиче, которые сегодня отмечают 14-летие. Дата не круглая, но все эти годы, кто сюда ходит, кого знает, кого не знаю, танцует. Танцует каждую субботу на протяжении 14 лет. Тоже посчитайте, вдумайтесь в эти цифры. И я хотел сообщить кое-что, а точнее признаться в том, что, наверное, не каждый может сказать, но, скорее всего, наверное, я подумал, что я вас люблю всех. Я, правда, вас люблю. Не знаю, как Петрович любит вас всех, а я вас люблю. Поэтому перед танцами каждую субботу играет Сергей Рыженко, скрипка. И он, наверное, скажет пару слов. А так, с днем рождения, Петровича! Друзья, Влад, как всегда, скромен, но дело в том, что вы поймите, что Петрович, вот тот вот один из самых любимых клубов, уникальных московских, это во многом заслуга Влада Никулина, который сделал уникальнейшую дискотеку. Ура, танцы! Ура! Ура, Владу! Он 14 лет, он делает здесь танцы, он делает танцы в Высоцком. По его плейлистам делали ретро-ФМ и прочее, и прочее, и прочее. И все равно никто не может повторить. Это уникальный диджей. Это только маленькая часть его большого я. Поздравляем Влада, поздравляем Петрович, поздравляем вас всех с танцами. Ура! Ура! Если кому-то придет в голову выйти и сказать тост какой-то, пожалуйста, не возбраняется, потому что через какое-то мгновение вас поздравят Дмитрий Варенкин и группа «Акварель». И все-таки я хочу еще сказать, дать слово человеку, который как-то заострил внимание на пустом субботнем вечере. Это Медея. Мы все абсолютно свои
другой и разной энергетикой, мы здесь приходим, как домой. Спасибо, дома. Спасибо большое. Давно не видели, но тем не менее любим и помним. Юрий Старейшич, сегодня прям все как собрались на призыв. Ну да, наверное, это неспроста. Ну, ребят, что могу сказать, что танцы Петровицы, это действительно, как они это сами себе позиционируют, это уникальное культурное явление, так оно и есть. Больше вы нигде, ни в Москве, ни в этой стране, ни в другой стране этого не найдете. Реально оно так и есть, наслаждайтесь, тот, кто здесь первый раз, поймете, что это значит. Кто не первый раз, но и не последний, тоже поймет, что это значит. Да. Я люблю это место, я сюда буду ходить до конца жизни. Я постараюсь прийти на 50-летний юбилей этого клуба. Все, спасибо. А вот от порядочных евреев я бы попросил, чтобы меня поддержали. Тут есть баланса, нет? Давайте на это споем. Один нашелся. Один. Один нашелся. Все. Ваня, иди вперед. Так вот, хочу вам сказать. Я редко бываю здесь на праздник, но поверьте, эта женщина, она организовала нам счастье в жизни, потому что все остальное это работа, бизнес, отдых, неважно что, а счастье у нас здесь. А кто не хочет понимать, что тут счастье, тому пора на улицу. Так вот, выпьем за это место. За место на Таганке под названием Высоцкий, за Кену, которая управляет Высоцким, и за Петрович, который нас объединил, породил, родил, организовал и соединил. Спасибо. Спасибо большое. Должен констатировать, вот я много лет сюда хожу по субботам и пляшу, падает искусство танца. Старательнее овладевайте па танцевальными, товарищи. Да? Спасибо, мы учтем. Еще есть, в начале 19 века Горький написал пьесу «На дне». И там знаменитые слова одного из героев Сакина, они звучат так. Петрович, это звучит гордо. Спасибо большое, очень приятно слышать. Добрый вечер, уважаемые любители Петровича. Добрый вечер всех, кто сегодня в этом зале. Только здесь, только в этом клубе. У Димки и Варенкина дельфины, говорят. Поздравляю всех! Поздравляю! Петрович, люблю 14 лет.
не от того, нет, 14. Потому что мы пришли сюда заниматься, и когда было уже, наверное, год этому клубу. Я люблю его не потому, что я здесь работаю. Это очень важно, поверьте. Не потому, что я здесь прихожу раз в месяц и получаю свои какие-то деньги. Черный нал, который я очень люблю. Спасибо. Я люблю этот клуб, потому что он настолько специфический. Я переиграл во многих, наверное, во всех заведениях города Москва и города Химки. Но такого места нету нигде на земле, нигде. Даже в Черногории, да? Друзья, это здорово. Я люблю Петрович. Я люблю этот угар, когда все вот бегают вот здесь вот. Вокруг каких-то паровозиков детских. Ну и все, у меня слов пока нету. Я в течение буду там издеваться. Буду танцевать. Володя Кузьмин. Дын-дам, дын-хоу. Танцевать! Танцевать! Танцевать!
всегда быть вместе не могут люди. Thank you.
Свое призвание не забудь.
Ну что, блюз? Yeah.
сайт. После Джимми Хендрикса самое оно. Здесь Петровичи, все что угодно. Oh,
если хочу, как тогда. Сегодня все можно. Oh,
все так же холодны. И как часы забили, и как часы забили, ждет свет и забили сны. Thank you.
Yeah.
может быть, такой маленький предзимний угар дальше. Группа «Акварель», «Правда», «Фишеринг», «Виталика», «Тунайт». Спасибо.
чудесам. Субтитры сделал DimaTorzok.
больше бриться, а щетина не растет. Стал я чистым, 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 и я взял тогда расчет. Ночью я лежу, мечтаю, у меня есть одна мечта, что всей жизнью под ногтями оставалась чистота. Ну и на досуге чистоте станцую пари, на своем досуге чистоте станцую пари. Давай все выгублять еще раз.
Всех с юбилеем. Друзья, это Дмитрий Воронкин, группа «Акварель» здесь сегодня. Внимание, новогодняя ночь. Новогодняя ночь у нас будет в Высоцком такая же абсолютно. Абсолютно такая же. Макаревич, он хочет Макаревич. Есть Макаревич здесь, нет? Пропасть или сна.
Ну, спасибо большое, друзья. Я желаю вам всем любви в этом новом году. Я чувствую, мы встретимся уже после Нового года. Но если кто-то придет в Высоцкий на Новый год, то встретимся, конечно, раньше. Спасибо большое, клубы Петрович. Знаете, если честно, я всегда там, в ту сторону, да, а сегодня я для вас работаю. Простите. Знаете, каждый раз мы здесь бываем в пятницу. Но чтоб я так жил, я бы лучше в субботу приходил сюда. Чтоб я так жил здесь. Спасибо, ребята, спасибо. Суббота — это круто. Я понял. Дискотека. У моей гитары надломился гриф. И починишь старый добрый миф. Раскололо что-то и скатилось вниз. Там цемень, цепляясь за карниз. Любовь, это без слов разговор. Любовь, это без ссоры, без спор. Любовь выходит с коляской во двор. Любовь, старость твоя. Любовь для кого-то безумие, прах на углубцов, на устах. Любовь, благослови нас с тобой. Любовь прибудет с тобой и со мной. Любовь, мы завтра вернемся домой. Тебе, Петрович, благослови нас тобой! Мы поговорим сегодня, говорю, это отлично.
Всех с днем рождения, Петрович. А, дельфины, я ж не спел. Ай, дядя, спасибо, что с вами напомнил. Спасибо. До свидания, ребятки. До свидания. Дискотека Петровича дальше. Это была группа «Акварель» и неподражаемый Дмитрий Валюнкин. С праздником, Петрович! С праздником! Дмитрий Валюнкин продолжает проявлять искусство креатива и превращение святых простых танцовщиц. Всем спасибо. Не до свидания. Всем бухать, друзья, всем бухать. Петрович еще остается, а я уже поехал.